Привет, меня зовут Роман. Я учусь на курсе Java Developer. Начали мы в мае учиться, сейчас у нас сентябрь. Мы закончили первую нашу фазу обучения. Это основные базовые понятия, что есть в Java. Очень нравится обучение. Скажем так, тяжеловато, да, не скрою, то есть не прям супер легкий курс, но в принципе достаточно понятно. То есть если что-то могу не понять, то спокойно задаю вопросы своему ментору. Артем Фишко, отличный парень, отличный ментор. Очень хорошо все объясняет, доступно, очень интересно рассказывает. Я реально погружен в процесс обучения, мне все интересно, я задаю максимум вопросов. Сколько часов в день занимаетесь? Занимаемся примерно 1,5 часа, ну то есть это 3 раза в неделю у нас занятия, ну плюс самостоятельная работа, если когда-то нужно. А как вам мероприятие наше сегодняшнее? Замечательно, мне нравится. Что самое интересное? Да. Общение, знакомство с новыми людьми, тоже увлеченными IT, почему нет? Почему выбрали вас? Я смотрел, на самом деле, несколько школ выбирал, мне больше понравился, наверное, подход. То есть я был на презентации других школ, там это выглядело как магазин на диване. Типа, залетайте к нам, покупайте наши курсы. Вот у нас там такие восторженные отзывы, там тут же вклиниваются люди, которые с бешеными горящими глазами рассказывают. То есть, ну, видно, что это все наиграно, не по-настоящему. А ПАС как-то более интеллигентно, что ли, себя повел в этом отношении. Ну, мне больше понравился подход. Что